Так, отлично, скрафтил, и можно отправляться вперед. Так, парню этому, который крафтится караванскую, скину 20 железа, ему хватит на броню нормальную, хоть не будет позорить меня своей донной броней. Вот, и перед походом, естественно, нужно запастись едой. Синие тоже, кстати, нападают на красных, поэтому красные сейчас вообще жестко там потеют, и синие перестали ходить к нам, что, ну, как бы, что есть хорошо. Так, где находится золото на этой карте? Черт возьми, где находится это чертово золото? Хотя, я, кажется, догадываюсь, где между вот этими перешейками, возможно. Сейчас пойдем поищем. Почему не найти это золото? Там же, где и лава. Где лава? Так, здесь редстоун, это понятно, да? Окей, идем дальше. Здесь красный какой-то на пути. Мистер Грей. Ой, залагал мистер Грей. Вот он реально залагал. Все двигаются нормально, а он залагал. Так, здесь золота тоже нет. Здесь какие-то другие ресурсы. Мы сейчас быстренько сливаем этого пацана. Забираем с него броню. И идем в другую сторону. Вот туда, вот, мне кажется... Нет, здесь эмеральды. О, эмеральды. А где же золото-то, я мое? Костя, на базу. Здесь сейчас, ребятки, я на разведку. О, алмазики, алмазики, алмазики. Мне жаль, не за шахтера, а за блэксмита. Ё-моё. Алмазики тоже можно добыть. Раз, два... Алмазики. Ой, в спину меня бьет. Уже в алмазной броне, парень. Ребят, хилпаните кто-нибудь. Кто-нибудь рядом. Вот это же был рядом. Кидал его, устроили. Ё-моё, просрал железку. Блин, боже мой. То бегают за мной, то вообще никого рядом нет. Оборачиваюсь, вообще кидал его какое-то, никого рядом. А, боже мой, просрал всю броню. Так, отлично, ладно, скрафчу новую, ничего страшного. Я, может, как-то странно. То бегает за мной целая армия, то оборачиваюсь. Просто вот именно в тот момент, когда она нужна, ее просто нет от этой армии. Так, Костя за мной говорит. Александр, погоди, Александр, мне теперь нужна заново железная кирка. Я жду, когда мне доберется железо. Также мне понадобится дерево снова. Так, где же дерево-то, ё-моё? Блин, я сейчас бы уже, не знаю, золото бы нашел. Так, ладно, сейчас быстренько дробим еще немного дерева. Все куда-то бегают, прыгают, куда-то носятся, все что-то делают и непонятно что. Так, ладно. Дерево, кирочку сейчас сделаем, отлично. Кого-то убивает, наших, видимо, сливают, не знаю. Мне кто-то дерево решил нагреть, когда я уже нарубил нужное количество. Так, два нагрудника скинули, меч. Вот, меч это, кстати, хорошо, особенно один на остроту. Три меча накидали, ребят, это уже лишнее. Вы лучше помогали вместо того, чтобы накидывать всякие ресурсы. Наш все сломают. Что-то красный был, видите, снес нам 5 жизней Нексу, потому что на дефе никого не было. Я говорил, что деф это важная вещь. Так, ладно, 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 семена эти нам нафиг не нужны. Сейчас, нарублю себе гарбузиков, пойду за тобой, Дефендер. Александр, может, даже ты за Дефендер лучше на базе будешь стать, я не за тобой не буду ходить. Показывай, что где золотая шахта, ну. Быстрее. Так, все, побежали за этим Александром. А ну что, рядом с базой что-то? Здесь же железо, железная шахта. Я не Александр, я Егор. Зачем тебе тогда ник Алекс Ди какой-то? Так, Александр, только Алекс Ди. А, да, смотри-ка, здесь золото начало спавниться. Все, ребят, понял. Понял. Накапываю золото, окей. Я за Блэксмита, изи накопаю. Так, лучше давайте, ребят, вот почему мы сейчас втроем копаем здесь золото, ребята? Вы можете сейчас пойти заняться каким-то полезным делом. Давайте кто-то один будет копать золото. Например, я там или кто-то из вас. Почему когда... Ой, боже мой, я не знаю. Это может делать один человек, а не вся толпа. Лучше на деф встаньте или вон что-нибудь поделайте. Тут прибегает чувак. Задефайте базу, я без понятия. Что-нибудь делайте. Наши спадите, вы тут легко и подсносят. Можете порашить вражескую базу. Все что угодно можете делать, ребятки. Можете тоже пробовать зелье скрафтить. Можете копать золото, но только кто-нибудь один. А не чтобы 3 человека или 4 копало золото, и в итоге ни у кого не хватило на зелье. У меня уже 12 золота такого и 18 слитков. В принципе, неплохо получается. Так. Я не зря взял Блэксмита, потому что я хочу сразу же купить себе зелье в арку. Сразу же все сделать, чтобы у меня начался крафт. Слава богу, здесь с водой на карте все в порядке. С этим проблем не будет. Так, главное, чтобы сейчас враги в спину не напали. Но если не придут, то, скорее всего, будут кожанчики. Так, вот эту лаву я бы закрыл, будь даже деревом, пофиг. Чтобы просто она здесь не мешалась. Конечно, правда, темно сразу же стало, но можно факел поставить. 24, 25. Изи вообще золото набивается. 26. Хорош золото здесь вообще в этой шахте. Прям хорошо. Я долго тут за клерика пришел.
Все-таки лаву решили вскрыть. Ну ладно, вскрыли так вскрыли. С этим уже ничего не поделаешь. Так, в принципе, у меня уже почти золота хватает на все наши нужды. Я сейчас еще, правда, подкопаю. Вдруг у меня золотых слитков будет побольше. Главное, чтобы золотых слитков было побольше. Золото-то у меня уже стак. А у золотых слитков всего 29. У меня кто-то скинул, 34 стало, уже лучше. Уже лучше. Если, конечно, кто-нибудь скрафтит запасные зелья, это будет реально классно, потому что одних зелий не хватит явно. Все, лишь 35 есть, я отправляюсь крафтить зелья. Ну, то есть, варить зелья, естественно, не крафтить. Вода здесь есть прямо здесь, вот, неподалеку, так что с водой реально проблем не будет никаких. Так, где у нас шопы, нужно вспомнить. Они вроде-то здесь все, они на входе перед базой точно висят. Так, здесь можно еще запрыгнуть. И где-то вот тут вот есть, да, бревлинг. Бревлинг, окей. Сейчас закуплюсь. Так, варилка, баночки, адский нарост, огненный порошок и красная пыль. И на порох не хватило совсем чуть-чуть. Прям совсем капельку милипиську не хватило на порох, чтобы сделать зелья взрывными. Это плохо, ребятки, это плохо. Так, сейчас наберем воды в наше зелье. И поставим вариться основную базовую часть, пока будет переплавляться наше золото. Так, окей, сюда. И адский нарост. Здесь у нас 64, да? Вот закинем пока переплавляться вместо железа. И я похаваю арбузов. Нормально, арбузики это хорошо. Арбузы это класс. Так, кто у нас тут без шмота, без брони? Молоко, он один, надо скинуть железо. Молоко один, где оно? Где это молоко? Отойдите от молока, чтобы я скинул ей железо. Или ему, не знаю. На, железо возьми. Вы зачем выкинули? Я свое выкинул, чтобы просто не пропадало зря, потому что я потом пойду рашить, я умру, как бы. Мое железо. О, мне дали золотых слитков. Все, ребят, вижу, все вижу. Так, отлично. Порох. Беру пороха, не хватает только. Все, отлично. Теперь я закидываю, значит, сейчас сюда редстоун. А зелье силы становится на долгое время, а потом закидываю порох, и они становятся взрывными. Вот, все, отлично. Ребятки, все, собираемся уже ближе к Нексусу. Где-то примерно через 20 секунд уже будет баф. Через 20 секунд будет баф, и добиваем мы с вами, наверное, красных. Потому что красных, если добьем, с ними уже будет... Хотя на красных сконцентрированы ребята, которые рядом с ними. Давайте лучше пойдем не на красных сейчас, а на правую сторону. Не знаю, кто там справа, но будет, думаю, прикольно. Так, будет прикольно, потому что слева красные, их в любом случае всегда мы сможем добить, да? А справа синие, у них тоже 70 жизней, и это будет неожиданно, потому что мы на них не нападали. Так, всех к Нексусу, ребята, все, баф через 15 секунд уже будет. Через 15 секунд где-то баф будет, давайте. Так, напишу даже в чат, баф. Или кто-нибудь напишите в чат, что баф через 15 секунд, ребятки. Так, через 10 секунд баф у Нексуса. Давайте, напишите в чат. Баф через... У Нексуса напишите, у Нексуса, чтобы все подошли наши. Даже те, кто, ну, типа лошары. Давайте кто-нибудь встаем вот сюда, вот в этот угол. Я сейчас даже F5 нажму, чтобы видеть, противники идут или нет. Давайте счет 10. В 4 чат 10, 9, там в кто-нибудь в чат отчет мой, давайте. 8, 7, 6, 5, 4, 3. Так, кто там еще идет? Думаю, нет. 2. Вот тут еще успевает. 1. И я бафую. Я, правда, не успел взять этого, как его, клерика. Ну да ладно, все, погнали. А, мы на правую сторону, ребятки, на правую сторону идем. Не на левую, а на правую, к синим просто идем. Мы идем сейчас к синим. Как мы сейчас здесь выберемся, здесь кто-то застроил. Ладно, сейчас быстренько... вот здесь можно по мосту. Да, на мост, на стену, вернее, и туда вот. К синим, просто к синим бежим. И, ребятки, не забываем, бежим вместе, быстренько объединяемся. Вот сейчас на мосту сбор. Регруппируемся вот здесь вот, на углу собираемся моста. Около вот этих железной дороги. Регрупп. Кто-нибудь на дефе остался? На дефе кто-нибудь есть? Чего тут много на дефе? Зачем на дефе 10 человек? Надо было вдвоем там остаться, поделим силы, на дефе вдвоем вообще изи. Все, кто-то без бафа вообще, ну то вот без бафа вообще на дефе бы остался. Всё. А, справа от нас эти желтые, ну вот нормально. Сейчас желтых мы подсносим. Как раз четвертая фаза. Клашрек здесь бегает без бафа, без брони вообще, клашрек доны какой-то. Так, здесь мы изи сейчас к ним проберемся. Я построю сейчас с ним этот проход, ребятки, простой проход, ждите. Не мешайте строить, сейчас быстренько прострою, вы сможете подняться. Главное, не мешайте мне, не мешайте. Все, мы уже рядом, все, поднимаемся к ним и залетаем внутрь. Они ничего не видят, они даже не знают, они не думают, что мы
Сейчас сюда придем. Вот этого в броне сливаем первого пацана. Первого броня, все. И дальше, 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 дальше. Все, у Нексуса все стоим, у Нексуса ломаем. У Нексуса, да. Хиляйте, клерики, хиляйте нас. Не ломайте все толпой, кто-нибудь один там или два человека. Два человека ломайте, вот да, два человека сейчас ломают, нормально. Все остальные прикрываем здесь у Нексуса, ребята. У Нексуса стоим, прикрываем. Желтый поднялся. Так, отлично, мы его следили. Не сходим вниз. Слишком вниз не уходите. Здесь стоим прямо у Нексуса. Ломайте Нексус дальше, ребята. Все, наши ребята дальше Нексус ломают. Отлично, 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 ребятки. Отлично, отлично. Ну, желтым здесь уже явно ГГ. Они только они возвращаются. Они все, у них там пацаны жесткие бегут. Жесткие пацаны бегут. В броне вижу с хорошими мечами. Нифига он там нормально мне так накидывал. Ну, все. Ну все, это изи вин для нас. Так, я быстренько одену броню. И мы сейчас сразу же как конвейер побежим дальше, ребятки, с вами дальше мочить остальных ребят. Так что не умирайте, не умирайте, иначе пропустите веселуху всю остальную. Мало хп, сразу же назад клерики отхиляют. Клерики отхиляют, ребят. У кого мало хп, сразу наверх хилятся к клерикам. У кого много хп, даже если вы клерик, идите вниз, спускайтесь и деритесь. Потому что вот у меня сейчас мало хп, я отбиваюсь, потому что мы можем сейчас не добить их. 6, 5. 4, держимся, 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 ребята, держимся, я натиск, назад, у кого мало хп, назад, прямо у кого мало-мало. Все, снесли, ребятки, снесли, добиваем желтых, добиваем, просто проходимся по ним конвейером и добиваем, добиваем. Ой, мало хп, мало хп, у кого мало хп, назад тоже отходите, ребятки. Так, клерики хиляйте, отлично. Так, ребята, и сразу же направо к синим, направо, дальше, направо, направо. У нас зелье силы еще будет баф эти 2 минуты 20 секунд. Забираемся на стену и на мосту в той же точке собираемся, где мы были. Около железной дороги собираемся, там же. Давайте, ребята, направо. Вот, все, здесь. Кто-то побежал. Парень, стой. За желтым не беги за этим. Зимаков, блин, кто-то убежал. Хиляемся, хаваем. Не бегите никуда. Ждем всех остальных. Ждем остальных. Собираемся здесь. Так, сколько у нас еще? 2 минуты. 2 минуты, ребятки. Собрались, собрались. Да кто? Хиляет нас, клерики. Да. Погнали дальше. Все, сразу же на синих. Не даем им шансов просто выжить. Если мы сейчас умрем, то просто будет еще баф. Будет еще баф, просто бежим. Да заметьте, кто там копает алмазы на центре. Если мы сейчас быстро все снесем, то у нас не будет противников. Так, перегруппираемся, убиваем этого синего, который здесь копает. Чтобы он там нас в спину не закрысил. Так, отлично, слили. Здесь ни с кем не деремся. Все, идем на их базу, ребятки, идем на их базу. Хаваем и идем на базу. Так, у нас сколько еще зелья силы? Зелья силы еще 1,5 минуты, ровно хватит, чтобы снести их базу. Отлично, отлично это. Заходим, здесь вон проходик есть такой миленький, они к нам построили. Так, ну здесь можно просто пройти, вот этого пацана в железке еще слить по пути. Так, отлично, все, пробегаем, 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 по пути всех просто сливаем на пути. Так, одного, другого, я прям танкую, в первых рядах бегу, пацан в железке меня откидывает. Ребятки, давай, заходим наверх, ребятки, давай, поднимаемся, давай, ломай, Нексус, давай, ребятки, наламываем. Быстрее, все тоже наверх, поднимаемся, хаваем там, где вы, не отстаем, ребят, вас там всех, вас кожанчики забьют толпой. Мы здесь не справимся без вас, давайте, все сюда. На лесенке стоим справа, слева, одинаково, по 3, по 4 человека, и просто отбиваемся от этих синих чуваков, которые с тобой приходить, но пока что им пофиг, они ничего не поняли, что мы на них напали, и это наше преимущество. Все, они уже начинают ходить к нам сюда. Ломайте, что не ломайте, ребят, Нексус. Не мешайте друг другу ломать. Зачем вы там впятером на этот Нексус напали? Вы из этого медленнее его ломаете. Встаньте подальше, все отойдите от Нексуса на 2 блока, чтобы все остальные тоже могли ломать. Ломает. Вот лучше бы кожанщики ломали, а в итоге кожанщики на дефе стоят, а 2 железника там стоят и ломают. Еще синие что ли даже не сражаются? Не, желтые были реально сильнее, чем синие. Я вот честно скажу, от себя желтые реально были жесткими. Синие какие-то даже не сражаются. Я даже вон на их базе здесь стою. Просто я их тут нафармливаю под нашими клериками. Ну да, это изичные пацаны. Но мы играем с утра, опять же, сервер не фул. И в принципе, по количеству людей в тимах у нас не такой большой отрыв. У нас, как вы видели, когда я писал слэш тим, всего на 3 человека в команде было больше, чем во всех остальных. Ну не считая желтых, кстати, не считая желтых, да. А не считая красных, у красных же было 12 человек, да. Вот, все, синих мы снесли, ребята, возвращаемся на базу через центр, убиваем всех, кто там копал алмазы. Так, все, добиваем синих всех, давайте, вот, синих добили, собираемся, ребятки, и через центр погнали, все, через центр. Так, погнали, налево, через левую часть на центр, через левую, вот как мы пришли, через желтых, почему так, почему через центр, я объясню. Там пацаны, возможно, заныкались с алмазками и будут нас спрашивать, пока мы будем бить красных. Это не вариант, плюс у нас закончилось зелье силы, ребята. Зелье силы, и мы, ребятки, с вами бафнемся им и отправимся на красных. И закончим эту серию аннигилейшн. В принципе, неплохой раш. За один раш снесли 2 базы. Ну, честно сказать, противники, конечно, не шибко сопротивляются. Но желтые, когда желтые начали сопротивляться под конец, мне уже казалось, что они нас реально сейчас отобьют. Я прям реально был на лоу хп.
Казалось, вот еще секунды, я проиграю. У нас один парень зеленый, правда, ушел вперед. Здесь какой-то парень алмазы копает, но мы его убили. Изи. Забираем, воровываем караванами, грабим, ребятки. Боже мой, симулятор грабление караванов. Ну что ж, мы сюда переходим и на нашу базу бежим. Вот наша база зеленая. Вот с этой стороны выходим, со стороны ближе к красной, потому что если они нас будут рашить. Они бегут нас рашить, ребятки, быстрее. На нашу базу все, на нашу базу, ребятки, потому что они здесь будут нас рашить. Нужно будет отдефаться. Отдефаться от красных. Не стоит с ними драться по одному против толпы. Давайте просто на нашу базу бафнемся, отобьем их раш и сразу же их зарашим, потому что они будут без брони. Без брони это у них будет просто без шансов. Все, все к нам на базу. Боже мой, как нам на базу попасть, если здесь заделали проход? А вон слева, 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 есть ступеньки, ступеньки, по ступенькам, сюда, сюда, сюда. Запрыгиваем и куда дальше? Так, как здесь дальше на нашу базу пройти? Через листву все только здесь, вот так вот. Оп, 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 все, я на нашей базе. Так, ребятки, все, бежим, 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 бежим к Нексу, ребята, все к Нексу, сейчас будет баф у Нексу, набежим сейчас, что баф у Нексу через 10 секунд. Баф у Нексу через 10 секунд, ребятки, давайте, 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 давайте. Так, я бегу, зелье силы взял, ребята, все, в чат уже пишите, 10, 9, кто стоит уже у Нексуса, в той же точке. Красные напали уже, все, баф через 5, 4, 3, 2, 1, бафаю. Нет времени ждать, красные напали, нужно красных отбивать. И сразу же на них. О, Кулодор с нами, Кулодор, привет, брат, Кулодор, ты здесь? Он, да, он меня услышал, Кулодор, брат, как QQ написал. Брат, ты где был-то, что за подстава, что так медленно, что так долго? Ты, мы уже почти всю игру сыграли, ты что так медленно пришел-то вообще? Где твои зелья, почему я варил зелья, Кулодор? Ты варишь у нас зелья, ты у нас зельевар. Надо будет сделать значок зельевара. Кулодор вообще предатель, просто киданул нас. Ты на какой фазе пришел, Кулодор? Все утро ждал. Так я же сказал, что в 12 часов приду, в 12 часов пришел в Москве. Не обманул никого, сказал, что с 12 до 3 приду и пришел с 12 ровно. Так, ну что ж, там пацан с лука прямо вообще отстреливает. Наш просто про 2000, про 200 на самом деле, ну пусть будет 2000, это даже круче звучит. Все, ждем, ждем, стой, спонсор, чувак, жди, хилку мне дай, подхиляй нас, алло, парни, регруппируемся и все, погнали, все, бежим, 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 похавали и бежим, все. Последний раз, просто бежим и уничтожаем этих пацанов. О, меня скинули в спину. Жесть, просто, ребятки, кто меня бьет? Это вон ассасин чертов из инви забил меня, да? Ну ничего страшного. Все, ребятки, погнали, бегите! Я вас догоню, пацаны! Бегите, я догоню просто. Жесть, или не догоню. О, там красный фул алмазки просто. Жесткий парень. На, по лицу ему фул алмазку его дропнули. Ха! Он думал, типа фул алмазка, так он затащит. О, боже мой, наши взрываются, ребятки. Здесь наши взрываются. У них в этот раз, ребята-то посильнее. Инженеры всякие, да, там всякая жесть творится. Ну все, все, сносим этих пацанов. Все, можно вниз уже идти и просто издеваться над ними. А, не-не-не, смотри, у них по целым силам меня убил парень. Они по целым силам заходят, ребята. Аккуратно, аккуратно, там пару человек по целым силам к вам заходят. Я слился, меня слили, зеленькие поделькой силы парень был. Во-во-во, наших тоже посливали. Жестко, жестко. Но наши вроде сейчас убивают. Все, ребят, давайте, вы должны. Мы не рак, а бомбилы. Парень пишет, да, какие бомбилы. Так, отлично. Абсорбер. Кстати, я мог бы играть за абсорбера и всем бы давать эти золотые сердечки там раз сколько-то секунд. Ну все, наши пацаны, кажется, сейчас уже зарешают. Зарешают, да-да-да. Кстати, вот этим пацанам, ну-ка, клашрей, тебе же даются золотые сердечки, когда я бафаю вот так вот. Оп. Да? Да-да-да, вам даются, пацаны, все, ништяк. Это вот сейчас абсорбера сделали более таким классом, крутым. Он теперь может давать всем золотые сердечки. Я пришел, когда третья фаза была. Видишь, Кулодор опоздал аж на целых три фазы. Ну ты что такое-то, Кулодор? Ну ладно, на целых две фазы, на целых две фазы. Ну ничего страшного, ребятки, мы значение все на зеленую базу. Скрин, общий скрин на зеленой базе. Быстрее, жду всех на зеленой базе через минутку, ребят. Давайте, через минутку быстрее. Давайте, у Нексуса скрин общий сделал. А, не-не, на фоне базы, не у Нексуса. Вот где библиотека, перед библиотекой там встанем, так вот на фоне этой нашей базы. И фейерверк, которые летят здесь. Вот это вот надо срубить. Вот эту люстру срубим, она мне не нравится. Просто здесь, наверное, приват. Меня кто-то здесь бьет. Так, срубите эту люстру. Боже, меня убивают. Меня убили, черт возьми. Я уже все не сделаю скрин, ребята. Нету скрина, да, меня слили, поэтому скрина не будет. Вот, ну что ж, в принципе, на этом все, ребятки. Ну, не повезло в этот раз. Ну, ничего страшного, сейчас я раздам значки всем, кто у нас здесь был. Ну, а с вами был The Master. Вот, такой вот крутой у нас аннигилейшн. Если вы хотите больше аннигилейшн, ставьте лайки. Ставьте лайки, я хотел сказать. Вот, ну что, знаете, что чем больше лайков, тем быстрее выходит следующий аннигилейшн. Ну, это все. Всем удачи и всем пока-пока.